Продолжается реставрация дома омовения на Преображенском еврейском кладбище. На этой неделе объект посетил председатель КГИОП Сергей Макаров. Иудейская традиция омовения тела перед погребением насчитывает уже несколько тысячелетий. Дом омовения на Преображенском еврейском кладбище – памятник архитектуры регионального значения, построенный в 1912 году по проекту Якова Гервица. Здесь и происходило омовение усопшего 40 литрами воды. Затем его одевали в одежды, обязательно изготовленные вручную, и выносили через эти двери, единственные, что сохранились с тех пор, в общий зал, где и читали молитвы. За 100 лет здание пришло в упадок, отделка едва сохранилась. Несущие конструкции требовали подкрепления, вентиляция помещений была нарушена, система отопления отсутствовала. Части кирпичные, которые здесь есть, они поддаются реставрации попроще, железобетон очень сложно реставрировать. Здание имело, когда оно было возвращено обратно общине, конечно, в общем, вызывало больше печаль, чем радость. В 2008 году дом омовения передали в бессрочное пользование еврейской общине Санкт-Петербурга. Тогда и началась его реставрация за счет средств прихожан. Я видел много синагог, и наша большая хоральная синагога, одна из самых красивых в мире. Но вот таких вот сооружений на кладбищах в мире нет. Это на самом деле очень важно, что мы его сохраняем. В 2015-м к реставрации подключилось правительство Петербурга. В общей сложности на укрепление стен, реставрацию фасадов, починку крыши израсходовали 70 миллионов рублей. Аналогичная сумма потребуется на завершение работ. В следующем году начнется этап внутренней отделки. Сроки завершения реконструкции пока что не называются.